Очередной скандал в Народном собрании Гагаузии. Во взаимные обвинения вылилось обсуждение суммы компенсации за отопление. Часть депутатов посчитала, что 400 лея в месяц слишком мало. В исполкоме объяснили, на большее денег не хватит. Хотя башкан Гагаузии Евгения Гуцул анонсировала другую сумму. Обсуждение компенсации за отопление в Гагаузии затянулось на несколько месяцев. Исполком объявил об этом зимой, но документы представил в конце марта. Правда, вышла неразбериха. Неделю назад башкан Евгения Гуцул заявила, что выплатят по 500 леев за месяц. А в документах, направленных в Народное собрание, указали 400. Наши люди стали лучше жить? Газ стал у нас 4,60, что вы отобрали у них эти деньги. Илья Семенович, помнится, не так давно вы били себя здесь в грудь и кричали, что вы берете на себя ответственность за все обещания Илона Шора. Так вы что, получается, наврали? Почему сумма компенсации уменьшилась за неделю, объяснил первый заместитель главы автономии Илья Узун. Ввиду того, что цена на газ снизилась, и исходим с наших финансовых положений. Поэтому так и происходит. Пока такая цена, другой нету. С позиции исполкома не согласились некоторые депутаты-социалисты. Пенсионеры же спят одетые, потому что им холодно, Илья Семенович. Не то, что мы должны опускать, они спят одеты. Вы видели пенсионера, который спит одет, потому что ему холодно? И вы сегодня утверждаете, что газ понизился, и благосостояние людей улучшилось, и мы должны им срезать. Это должно быть стыдно, Илья Семенович. Глава управления здравоохранения Гагаузии Эдгар Димов пояснил, что часть жителей Гагаузии получила помощь в холодное время года от правительства. В итоге депутаты одобрили выплату 400 леев за месяц. Собственная программа компенсации за холодный период в Гагаузии действует с 2023 года. Изначально выплаты составляли 700 леев в месяц. Деньги получают люди из уязвимых категорий, в том числе пенсионеры.